«Двигайся, как вода, замирай, как зеркало, отвечай, как эхо» – высказывание мастера боевых искусств великого Брюса Ли. Желающих достичь высот в спорте в Иваново достаточно. В День знаний они соберутся на 6-м фестивале восточных единоборств. А как к нему идет подготовка? Давайте посмотрим. Перед вами очередная тренировка Федерации Киокушинкай. К фестивалю ребята готовятся основательно. Иногда приходится брать дополнительное время, чтобы никто не мешал. Отрабатывают акробатику и элементы карате. В этом году попробуем, если получится, сделать что-то такого по разбиванию твердых предметов, но в большем количестве. То есть мы отдельно к этому стараемся сделать. Ну, может быть, типа маленького рекорда фестиваля единоборств в Иванове сделаем. По традиции фестиваль проведут во Дворце игровых видов спорта. Именно там 1 сентября соберется порядка 15 ведущих федераций Ивановской области. Это бокс, карате, ушу-сандай, киокушинкай, кабудо, кудо. Все те, кто давно себя зарекомендовал и имеют большие успехи в спорте. Задумка в том, что мы готовы, чтобы облегчить как-то выбор родителям и детям, мы в одном месте на одной площадке проводим ежегодно такое мероприятие. То есть и родители, и дети, которым понравилась именно та федерация, которая уступала, да, они могут в холле, у нас есть специальные стенды, могут подойти, записаться, и если в этот день записались, то они могут уже месяц бесплатно ходить на занятия. Все дети разные, интересы тоже. Но в последний раз порядка 150 родителей в день фестиваля записали детей на занятия. Я думаю, в любом случае интерес есть, и есть востребованность, поэтому я думаю, что мы занимаемся хорошим делом, то, что проводим такой праздник для нашего города. Во время выступлений в прошлом году спортсмены пригласили на татами Владимира Шарыпова, а он взял и показал технику тамишивари. Оказалось, что мэр давно увлекается карате. Глава города всегда поддерживает фестиваль, поскольку сам спортсмен. На празднике восточных единоборств 1 сентября будут выступать призеры и чемпионы международных турниров. А еще среди гостей фестиваля разыграют подарки от спортивных федераций. Юлия Семина, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс».